Да, друзья, да, вы слышите этот всем знакомый мотив. Это значит, что у нас в эфире программа «Угадай мелодию». Сегодня у нас праздничный новогодний выпуск, поэтому я рад сообщить, что сегодня с нами играет уже полюбившийся вам дуэт мэр Киева Виталий Кличко. Ух ты! Круто вообще, здорово. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий Владимирович. И его постоянный оппонент Виктор Федорович Янукович. Видели, какой я бальник? Видели, да. Виктор Федорович, тогда первый вопрос к вам. Так. Скажите, вы вообще по жизни меломан? Слушайте, ведущий, мы же договаривались, что из неизвестных слов только будет оппонент. А, понял. Тогда, наверное, повторюсь. Я уже говорил, что программа называется «Угадай мелодию». Соответственно, в ней надо что? Угадывать, и так все понятно. Не надо разжевывать, мы же не дураки. Ну. Конечно. Странно. Ладно, тогда, с вашего позволения, я повторю правила для наших зрителей. Пожалуйста. Дорогие друзья, у нас есть 4 категории. Хиты 90-х, тяжелый металл. Чугун. Что чугун? Вы сказали тяжелый металл, я ответил чугун, 1-0. Нет, я имел в виду тяжелый металл, вторая категория. Свинец. При чем тут свинец? Свинец – это тяжелый металл второй категории, 2-0. Какой металл? Какой свинец? Я говорю, тут песни надо угадывать. А, так вы же сразу не предупредили. Песни так песни, давайте. Можем начать? Конечно. Давайте начнем. Итак, поехали. Подождите, я не понял, а что происходит? На свете, а просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. 3-0. Виталий, ты что, офигел? Не перебивай меня. Не перебивай. Я сегодня как железо. Кстати, тоже тяжелый металл. 4-0. Так, Виталий, хватит. Я устал. Хочу любви. Да так, чтоб навек. А ты паришь секс. 4-1. И вы помолчите. Это чего? Я так хочу. Чтобы лето не кончалось. Чтобы она за мной мчалась, за мною вслед лето. Перестаньте! 5-2. Успокоились? Да. Давайте все-таки начнем сегодняшнюю игру. Давайте. Итак, Виктор Федорович. Да. Внимание на экран. Выбирайте категорию. Но Виктор Федорович не ищет легких путей. Поэтому я хочу выбрать категорию, связанную с высшей математикой. Что-то не пойму, это какую? Здрасте. Ну, вон написано «Хиты 90 минус X». Не-не-не. Вы не поняли, Виктор Федорович? Хиты 90-х. Буква «Х» в конце просто. «Х»? Да, ну 90-е. 90-е вы помните? Кто же не помнит лихие 90-е? Всю братву помню. Саня Белый, Серега Миротворец, Йофа. А, блин, и времена были. Ладно, выбираю категорию «Кенты 90-х». Давай. Нет такой категории «Кенты 90-х», Виктор Федорович. А какая есть? Может, посоветуете? Возьми попурри. Что? Попурри. Ну, я вообще, блин, 20 лет не пурил уже. Ну, один раз можно. Давай цибаретку, давай. Виктор Федорович, Виталик спортсмен, он не курит. Давайте я вам помогу. Давай. Мне кажется, близкая вам категория – четвероногие друзья. Вон, смотрите. Чего? Ну, четвероногие друзья. Хорошая категория. Слушайте, ну подождите. Но я всех своих друзей знаю. Да, есть разные. Есть с тремя пальцами, с одним ухом. Но чтоб четвероногие... Виктор Федорович, имеется в виду друзья – животные. Конечно. Виталий, не умничай. Да, среди моих друзей есть животные. Но они все с двумя ногами.
Ну ладно, но если вы настаиваете, пускай будет эта категория. Отлично. Итак, категория «Четвероногие друзья». Слушаем первую мелодию. Все очень просто. Виталий? Что же это может быть, а? Господа, я напоминаю, категория о животных. Да-да-да-да-да. Животные. Так-так-так-так-так-так-так. Даю подсказку. Это собачий... Хорошая подсказка. Виктор Федорович, давайте подумаем, что может быть собачий. Нет, у меня есть один вариант на букву «Х». Виктор Федорович. Собачий... Виктор Федорович. Я имел в виду холод. Ну, собачий холод, а, когда извините, собаки... Извините, я просто думал, вы другое сейчас... Не-не-не, то моржовый. Нет, Виктор Федорович, я вас прошу. Нет, это не холод. Может, лишай? Правильно говорит залыш, якщо ты вирішив перейти на українську. Правильно говорить облыш, якщо ви вирішили говорити українською. Облыш, залыш. Тем не менее, друзья, даю последнюю подсказку. Это собачий танец. Танец. Собачий танец. Скажите, как передача называется? Угадай мелодию. Так о чем мы танцы должны угадывать тогда? Господи, да перестаньте. Но это собачий вальс. Ну простой ответ. Собачий вальс. Вы что, не знаете, что такое вальс? Нет. Ну как? Ну венский вальс. Вальс и Штрауса. Ну что? Ну подождите. Если бы спросили за Штраусов, я про них все знаю. Я их поддерживал. Но вы же спросили про собак. Так, все, успокойтесь. Друзья, наше шоу продолжается. И впервые в истории игры со счетом 0-0 мы переходим во второй раунд. Прекрасно. Во втором туре у нас уже три категории. Так. Виктор Федорович, да. Обратите внимание. А, я первый выбираю? Да. Сейчас я тебе работаю. Значит, выбирать категорию нужно со знанием дела, чтобы ты был как рыба в воде. Поэтому, значит, я выбираю близкую для себя категорию. Ага. Опера Мусоргского. Не-не-не, Виктор Федорович. Опера Мусоргского категория. А можно поменять категорию? Можно. Давайте я вам предложу. Ну, давайте. Ну, вторую категорию мы сразу опустим, да? Ну, просто от греха подальше, зная вас. Поэтому у нас остается только категория «Популярные песни». Ну, хорошо. Подходит? Итак, слушаем первую мелодию. Хоп-хей, ла-ла-лей. Правильно, Виталий. Что правильное? Ну, где вопрос и где ответ? Так вот у меня вопрос, где ответ? Не, ну я понимаю, что это двух слов связать не может. Почему вы ему подыгрываете? Так, Виктор Федорович, не мешайте. Виталик, отлично идешь. Продолжаем? Да. Вторая мелодия, слушаем. Да что такое? Шинанайда опа, шина-шинанай. Шинанайда, шинанайда опа, шинанай. Правильно. Стоп, подождите, мы сюда пришли в мелодию угадывать или этими заклинаниями обмениваться? Вы сейчас дочь вызовите. Так, Виталий удваивает очки. Класс. Остаемся в этой категории? Да, она мне нравится. Продолжаем. Третья мелодия, слушаем. Да. Слушайте, ну хватит издеваться. Но человека столько лет били в голову. Но понятное дело, что ему, ну, немножко сложно. Вы посмотрите, он уже не разговаривает. Посмотрите, его уже просто корючит. Да он же показывает руками. Вызовите доктора. Смотрите, о, несите носилки. Да ну остановитесь! Это я вам обоим говорю сейчас. Так вы мне надоели, Виктор Федорович. Почему? Все, блиц-опрос. Отвечаем коротко, четко и ясно. Ясно? Коротко. Четко. Виталий, я знаю пароль. Знаешь и молчи дальше. Виктор Федорович. Да. В какой группе пела Надя Мейхер? Не знаю, давайте дальше. Ну, Надя Мейхер. Да мне похер, давайте дальше. Виталий, продолжите песню. На теплоходе музыка. Вивальди.
Нет, на теплоходе музыка и... И танцы. Нет, музыка и игра... И грабли. Музыка играет, господи. Виктор Федорович, давайте лучше вы. Давайте. Отечественный мюзикл «Гусарская балла». Баланда. Слушай, я 4 рецепта знал. Не знал, что есть гусарская. Так, сосредоточьтесь, я вас прошу. Давайте. Вопрос к обоим участникам. Внимание. Закончите детскую песню. Хорошо бродить по свету с... За щекою. Вот это поворот. Я извиняюсь. А песня точно детская? Точно, конечно. Ведущий, а то, что вы сказали за щекой, это вообще прелюдия, говорить можно? Это нужно сказать, в этом задание заключается. Давайте вот валит, подумаем. Давайте подумаем, Виктор Федорович. Хорошо бродить по свету. За щекой? Очень хорошо. Ничего хорошего я тут не вижу. Так, даю подсказку. Это как чупа-чупс, только у нас. Знаете что? Ну, во-первых, у нас с вами разные чупа-чупсы. А во-вторых, почему я должен знать, какой у вас? Вы что, издеваетесь, что ли? Это карамелькой. А, у вас чупа-чупс с карамелькой. Ну, простите, я не хотел вас обидеть. Так что мне это надоело. Внимание, финальный раунд. Давайте. Итак, Виталий, вы начинаете торги после моей подсказки. Давайте. Итак, песня о выставке картин, на которой встретились две молодые особы, одна из которых была вдвоем, но не со мной. Понятно. Я угадаю эту мелодию с 7 нот. Я с 6. А я с 7. А я с 8. С каких 8? Вы что, правил не знаете? Угадывает тот, у кого меньше. А, ну да. Виктор Федорович, я не хочу вас обижать, конечно, но угадывать вам. У кого меньше нот, Виталий? А, нот. Тогда я угадаю с 5. А я с 4. А я с 3. А я с 2. А я с 1. А я с 0. Угадывай. А, сдался чемпион. Давай, сейчас я его порву. С 0? Да. Хорошо. Уже играет? Уже проиграла. Ух ты, я что-то пропустил. А можно еще раз повторить? Ну, это... Конечно, что ж мы зря оркестр тут держим. Давайте. Еще раз можно? Ага. Что-то знакомое. Слушайте, можете намекнуть, а? Хорошо, намекаю. Песня о том, как два известных исполнителя, так, Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев, встретились на вернисаже... Как-то раз. Правильно, Виталий. Наконец-то. Как кто? Что? Ну, на вернисаже, как... Как-то это... раз. Ага, Шевченко. Что Шевченко? Ну, Тарас. Не, Шевченко то Андрей. А почему ты сказал Тарас? Точно. Ведущий, я меняю свой ответ на вернисаже, как Андрей. Какой Андрей? Шевченко. Кто такой Андрей Шевченко? Футболист. Здрасте, пожалуйста. Он же сказал Леонтьев. Так что на вернисаже, как Андрей Леонтьев, или что? Здрасте, ты что, идиот? Кто такой Андрей Леонтьев? Ведущий, можно я угадаю? Так вы уже угадали, Виталий. Я сейчас его угадаю с одного раза. Слышь, меломан. Я не меломан. Студия «Квартал 95», Евгений Кожевой, Юрий Грабов, Александр Бегалов. Спасибо! На заседании Верховной Рады депутата Илью Кива, скажем так, подловили за непристойным занятием. Назовем это кнопкодавством. Так вот, делал это он все во время телефонного разговора с абонентом королева красоты Одессы Юлия.
Мы хотим показать это видео, но понимаем, что многим зрителям не понравятся некоторые жесткие моменты, поэтому именно эти моменты мы слегка размыли. Размыли нужные моменты, судя по всему. На самом деле Илья Кива рискует быть привлечен к уголовной ответственности, ведь, будучи народным депутатом, он оказывает давление на органы. К сожалению, Верховная Рада – это не то место, где наши депутаты могут блеснуть своим интеллектуальным уровнем. Но для этого есть «Вечерний квартал». Итак, встречайте, интеллектуальное шоу «Самый умный». Смотрим. Добрый вечер, друзья. Звучит знакомая музыка. Это значит, что в эфире программа «Самый умный». И наш первый участник. Мэр Киева. Магистр интеллектуального клуба «Что, где, в смысле, как, а...» Бессменный чемпион нашей программы, обладатель хрустального мозга, а это сегодня наш главный приз, Виталий Кличко! Ваши аплодисменты! Здрасте! Виталий! Что это у вас в пакете? Это хрустальный мозг. Вы что, разбили кубок, что ли? Да, мы с Володькой прыгали по нему. Зачем? Мы все стеклянное так на прочность проверяем, что? Ну, а теперь встречайте сегодняшнего соперника Виталия, депутат Верховной Рады Илья Кива. Ваши аплодисменты. Да. Здорово! Виделись. Вернее, видели. Что ж, а прежде чем мы начнем, буквально пару вопросов. Да-да. Виталий, да. Кто пришел поддержать сегодня вас? Значит, сегодня меня поддерживает моя правая рука, заммэра Николай Сидорчук. Угу. Илья, а вас? Меня, допустим, поддерживает моя правая рука. Моя правая рука. Понятно. Что ж, напомню нашим зрителям и участникам правила игры. Да. В случае, если вы не знаете правильный ответ, вы можете воспользоваться подсказкой «Звонок другу». А можно, допустим, подруге? Можно и подруге. А можно ей, допустим, не звонить, а просто фоточку отослать? Ну, если это вам поможет, то можно, конечно. Ну... Фотографируйте уже. Уже. Ну, могу с другого ракурса. Ну, отсылайте. Что. Сейчас, секунду, подождите. Так, Юля, конкурс красоты Одесса. Отправил. Замечательно. Что ж, можем начинать? Да, конечно. Итак, начинаем наш первый тур. Давайте. Блиц-опрос. Да. А Виталий? По жребию начинаете вы. Да. Итак, внимание, время. Да. Время, значит, время. Что такое время? Время. Меня украли часы недавно, поэтому я не могу знать, сколько время. А может быть, украли давно часы, потому что у меня нет часов, поэтому я не знаю, сколько время. Так, стоп, время. Виталик, еще раз. Это блиц. Блиц, понимаете? Но... У вас будут максимально простые вопросы, поэтому сосредоточьтесь. Хорошо. И давайте начнем. Давайте. Готовы? Да. Поехали. Вид спорта, в котором вы стали чемпионом. Бокс. Правильно. Коробка по-английски. Бокс. Верно. Мужская прическа полу. Бокс. Да. Порода собак. Бокс. Бокс — это только часть слова. Бокстерьер. Нет. Боксчарка. Нет. Боксматинец. Тоже нет. Боксхуахуа. Виталик, ну подумайте. А! Это же кокер-спанибокс. Точно. Да нет же, Виталий. Так. Подскажи, стоишь. Да другой рукой подскажи, что ты делаешь.
Шо? Давайте я вам подскажу, Виталий. Ну? Итак, смотрите. Порода собаки бокс, йо... Ё-моё, вы же говорили, простые вопросы будут. Вы. Сосредоточьтесь. Но... Осталась одна буква. Одна буква, так. Итак, бокс, йо... Ж, бокс, ёж. Какой бокс, ёж? Одна буква, бокс, ёж. Как что? Делает мотоцикл? Р-р-р. А теперь все вместе. Бокс, йо... Р-р-р. Правильно, боксер. Фух. Винни-фух. Да. Остановитесь уже. Отдыхайте. Все, отлично. Илья, теперь ваша очередь. Вы готовы пройти блиц-опрос? Конечно. Ничего себе. А блиц-опрос готов пройти меня? Сейчас мы это узнаем. Давайте. Итак, начинаем блиц. На Пасху красят... Яйца. Правильно. Кукушка подбрасывает чужие гнезда... Яйца. Верно. Карманная игра. Волк ловит... Послушайте, а у вас есть вопросы на другую тему? Давайте попробуем. Давайте. Полевые цветы синего цвета. Колокольчики. Верно. На колпаке Орликина висят... Бубенцы. Правильно. Знаменитого дизайнера Шанель звали... Коко. В точку. Когда люди гуляют без цели, они... Болтаются. Блестяще. Наружный покров рыбы. Чешуя. А все видят, что чешешь ты. Ответ какой? Я же говорю, чешуя. Это правильный ответ, Виталий. Продолжим. С каким звуком движется поезд? Чух-чух-чух. Правильно. Да что правильно, я еще не ответил. Дайте подумать. Чух-чух-чух. А, поезд движется со звуком тыдых-тыдых. Тыдых-тыдых. Какой тыдых-тыдых? Так, Илья, не морочьте мне... Я ж просил не задавать вопросы на эту тему. Так, все. Прозвучал гонг. Но... Это значит, что мы переходим во второй тур. Так. Внимание на экран, уважаемые участники. Что там? Выбирайте категорию. И значит, у нас есть такие категории. Так. Чешские писатели. Это какие? Наверное, которые пишут и чешут. Тогда не подходит. Хорошо. Давайте тогда другую возьмем. Вон, праздники июля. А можно уточнить? Да. Просто праздники июля или праздники июля конкурс красоты Одесса? Просто праздники июля. Тогда не подходит. Давайте, ну, что-нибудь другое. Виталий, да. Какая вам нравится категория? Мне нравится категория города. Отлично. Итак, уважаемые участники, играем в города. Да. Виталий? Да. Вы начинаете. Я, наверное, никого не удивлю. Я же все-таки мэр столицы. Поэтому, конечно же, я скажу Сан-Франциско. Илья, вам на О. О! Оттава. Ты проиграл, нет такого города. Почему, Виталий? Есть такой город, Оттава, все правильно. Да? Да вы что, серьезно? Да. Да это набор букв, Оттава. Что это такое? Я тоже так могу, смотрите. Антананариву, Антананариву. Есть такой город, Виталий? Да ладно. Ничего себе. Ну тогда тебе на У. У. Урюпинск. Виталий, вам на К. Да я буду продолжать выдумывать, что... Куритиба, Куритиба. Верно, это город в Бразилии, Куритиба. И этот балл уходит в Италию. Какую Италию? Он мне должен идти, раз я угадаю. Объективно. Вам уходит балл, Виталий. Хорошо. Илья, играем дальше? Играем, да. Да я это вижу. Категорию выбирать будете? А, вы об этом? Ну... Я тогда выбираю категорию «Сказочные персонажи». Прекрасно. «Сказочные персонажи». Итак, внимание. Улыбчивый персонаж из книги «Алиса в стране чудес». Так. Даю подсказку. Это Чеширский, а далее слово из трех букв. Ха. Из трех букв? Да. Ну, тогда это Чеширский... Первая буква «К». Тогда я затрудняюсь ответить.
Виталий, может, вы попробуете? Я попробую, конечно. Значит, чешский. Три буквы. Первая буква К. Угу. Кий. Нет. Кит. Нет. Кол. Нет. Ком. Нет. Кот. Да. Кум. Нет. Кис. Нет. Коп. Стоп! Вы уже дали правильный ответ. Как? Так. Кий. Хватит. Кит. Да остановитесь вы уже, господи. Прозвучал гонг. Второй тур заканчивается. А счет по-прежнему ничейный. И мы переходим к финальному раунду. Хорошо. В котором вам, уважаемые участники, придется угадать фильм по постеру. Хорошо, давай. Внимание на экран. Включите первый постер. Да. Что такое? Какое страшное лицо! Какая страшная рука! Уберите это, пожалуйста! Так, уберите этот постер. А, давайте следующий постер. Вот, пожалуйста. Так, я ж просил не давать вопросы на эту тему. Так, стоп, извините. Уберите и этот тоже постер. Так, давайте следующий. Но это будет последний. Давайте. Вот, да. Пожалуйста. Да, очень пожалуйста. Просто. Так. Итак. Так, давайте рассуждать логически. Что мы видим? Значит, лодка. Так. И два каких-то человека. Угу. По-моему, ответ очевиден. Это фильм «Трое в лодке», не считая собаки. Объективно. Ну какое «Трое в лодке»? Там два человека. Ну? А третий где? Собаку выгуливает. Откуда я знаю? Да. Неправильно. Думайте дальше. Подождите. Думаю. Да. Господин ведущий, секунду, слышишь? Вот этот кораблик, вот он похож на «Титаник». Слышишь, не сбивай меня, я тебе еще раз говорю. Мы не кораблик угадываем, мы угадываем кино. Давайте я дам вам подсказку. Давайте. Да. Я открою для вас несколько букв. Так. Пожалуйста, откройте буквы. Вот, пожалуйста. Итак. Подождите. Я не могу сказать, что вы прям открыли для меня эти буквы. Я их и раньше знал. Причем все три. Я, кажется, понял. Давайте. Господин ведущий, а вода там холодная? Да. И они в ней, допустим, плавали? Совершенно верно. И это фильм... И этот фильм «Атит». У меня такая штука была. Нет, не «Атит», еще варианты. Так, надо думать, секунду. Ну, думайте. А, я вспомнил. У меня такая обложка была на тетрадке. Вот. Итак, ваш ответ... «Тит-радка». Нет, это не тетрадка. Думайте хорошо, дальше. Хорошо, фильм для детей? Нет, фильм для взрослых. Для взрослых? Может, тетюли? Какие тетюли? Вы что, издеваетесь, что ли? Смотрите, там двое плыли на лодке, на этом корабле, да? Но... А корабль утонул. Ясен пень, они бы еще меньше кораблик выбрали, слышишь? Да ну в своем уме! Что? Это же фильм «Ти-та». Дрита, Тита, Маргарита, да, это ми. Но, придурок, какое ми-ми-но? Это «Титаник», вы что, идиоты, что ли? Ваши аплодисменты. Звучат знакомые позывные, это значит, что в эфире программа «Кулинарный поединок». И я с удовольствием представлю наших сегодняшних участников. Наш первый участник – спикер Верховной Рады. Человек, который и на суше, и под водой издает одинаковые звуки. Андрей Владимирович Порубий. Встречаем. Добрый вечер, шановні друзі, здравствуйте, пане ведучий, мені дуже приємно сьогодні тут знаходитися. Андрій Володимирович, суть нашої програми – приготовити їду, а не набити її рот. Звісно, я що кажу, що я... Ну ви поки прожуйте, а я об'явлю нашого второго учасника. Добре. Как говорится, в правом углу кухні Віталій Володимирович Кличко. Наш второй участник, единственный кулинар в мире, у которого на холодильнике висит напоминание «Дверь на себя». Виталий, витаю. Здрасте. Здравствуйте, Виталий Владимирович, и вам. А, участники готовы? Готовы. Мы начинаем поединок. Добре. Что такое? Что трапилось? Стоп. Виталий, что происходит? Виталий, в чем дело?
Что такое? Я начал поединок, вы же сказали. Виталий Владимирович, здесь мы определим, кто из вас лучше готовит. А, итак, хорошо. Андрей Владимирович, так. По жребию начинаете вы. Какое блюдо вы нам сегодня приготовите? Сегодня я хочу запропонувать всей Украине свое улюбленное блюдо сало с чесноком. Угу. Сало с чесноком. Не-не, я кажу сало с чесноком. Салат с чесноком? Не-не-не, сало с чесноком. Что он говорит? По-моему, он говорит салат с чесноком. Дякую, Виталий. Чуть. Сало с чесноком. Это правильно, что ли? Так, так, так. Странно. Никогда не слышал о таком салате. Я тоже не слышал. Перелазить перелазил, но не ел. А, ну что ж, прекрасно. Итак, что нам понадобится для вашего салата? По-перше, нам понадобится катешок. Что-что, простите? Катешок. Котелок? Не-не-не, катешок. Что он говорит? По-моему, он говорит артишок. Дякую, Виталий. А, правильно, да? Катешок. Артишок нам нужен. Катешок, катешок. Я понял, что еще? Далее, нам понадобятся помидорки. А, помидоры, это я понял. Угу. Свежие огурцы. Огурцы, это понятно, да. Так, а далее пиписку. Что, простите? Пиписку. А вы пытаетесь сказать редиску? Не-не-не, я кажу пиписку. Сосиску? Пиписку. По-моему, он говорит пиписку. Не-не-не, Виталий. Я кажу, дали пиписку. Пиписку. А, господи, я понял. Он говорит, дальше по списку. Так, правильно? Так, я кажу пиписку, да. Я понял. Замечательно. А, подождите секундочку. Виталий Владимирович, да. Давайте теперь к вам перейдем. Какое блюдо вы будете готовить? Кильку в томате. Угу. Что вам для этого понадобится? Килька в томате и консервный нож. Как бы вам это объяснить, Виталий Владимирович? Килька в томате – это уже готовое блюдо. Давайте что-нибудь другое. Хорошо, давайте. Тогда селедку под шубой. Только не говорите, что вы сейчас рыбу будете в меховую шубу заворачивать. Послушайте, это старая шутка, угомонитесь. Ну да, извините. Значит, нам понадобится селедка, картофель, угу. Буряк или свекла, тут на выбор. Понимаю. Значит, лук, морковь и майонез, по-моему, все. Угу. А еще для приготовления нужны яйца. Я не согласен. Женщина тоже может приготовить это блюдо. Нет, яйца нужны для украшения. Сомнительное украшение для женщины? Ну ладно. Вы меня неправильно поняли, Виталий Владимирович. Послушайте, хватит морочить мне голову, она и так болит. На погоду? Не, крепатура. Вчера в «Что, где, когда» играл. Виталий, по-моему, вы сейчас нам начинаете морочить голову. Просто назовите блюдо, которое вы умеете готовить. Хорошо. Я приготовлю свое коронное блюдо, но не скажу, какое это сюрприз. Угу. Ну, хотя бы ингредиенты вы назовете? Ну, хорошо, ингредиенты назову. Значит так. Соль, так. Вода, угу. И пачка пельменей. А я думал, я не догадаюсь. Это ваше коронное блюдо, да? Хорошо, если вам не нравится, я могу приготовить другое блюдо. Давайте другое. Да, из каранины и банины. Из чего? А, из баранины и конины. Угу, как называется? Называется биштуркан. Что, простите? Биштуркан. Что-то не понимаю я сейчас. Я разумею, что каже Виталий. Он каже блюдо без бульбы. Что-что? Татарское блюдо без бурбы. Ничего не понимаю. Да что он говорит? Да что тут непонятного? Он говорит биштуркан. Без бурбы, без бурбы. Слушайте, я вас обоих не понимаю уже. Виталий, давайте так, давайте вы начнете готовить свое замечательное блюдо. Хорошо.
Я прошу пробачення. Что такое, Андрей? Мне здається, в студии дуже пахне вазом. Чем пахне? Мені погано, я кажу, пахне вазом. Он говорит, что пахнет газом. Вазом! А что, правда, что ли? А у меня просто насморк, я не слышу, извини. Пахнет, пахнет, это я включил. Не... Потерпите, еще 20 минут осталось. Вы что, с ума сошли? Зачем вы включили газ? А у меня в рецепте написано, поставьте кастрюлю на газ на 20 минут. Кто вас учил готовить? Голод. Голод. Так, Андрей Владимирович, так. Вы в порядке? Я добрый. Давайте вернемся к вашему замечательному салату. Давайте. Итак, какие так. Ингредиенты еще вам нужны? Все. Основные ингредиенты – это лук и кабачки. А будьте здоровы. Я не спал. А, лук и цукини. Лук и бикини? Не-не-не, лук и кальсоны. Лук и кальсоны? Хрен с ним, просто лук. Лук. Так. Хорошо, что делаем с луком? Дальше просто. Берем луковицу и порви. Личко. Не-не-не. Виталий, я кажу, берем лук и порви, порви. Личко, личко. Хрен с ним. Что делаем с луком? Хрен с ним. Просто берем луковицу и кидаем в кастрюлю. А лук бросаем в кастрюлю. Так, так, так. Дальше что? А дальше треба трохи попросить. Угу. О чем попросить? Не попросить, а попросить. Я понял, о чем? Я кажу попросить, попросить. Что он говорит? Он говорит поперчить, поперчить. Какой, Виталий? То есть получается салат чесноков – это целая дважды перченая луковица? Не, але далі буде легче. Что? Он говорит, что дальше будет легче. Угу, ну. А далі ми берем стебелек сельдерею. Что? Наверное, он имел в виду, что еще дальше будет легче. Хрен с ним, сало с чесноком. Це дважды перчена луковица. Замечательно. Ось. С этим мы определились? Прекрасно. Виталий Владимирович, да. Вернемся к вашему блюду. Да. Тем более, что я вижу, что вот этот вот большой ком из мяса и теста уже всплывает. Да. Значит, у меня написано в рецепте, добавьте соль по вкусу. Так. Но если честно, соль по вкусу мне не нравится. Не нравится. Поэтому добавляем сахар и 2 чайные ложки. Раз, два. Это десерт? Андрей Владимирович. Так. Какой десерт будете готовить вы? На десерт я пропоную смаколик из Їдальні Верховної Ради. Це сісьє молоко. Какое? Сісьє. А он спрашивает, какое, а не откуда. Виталий, я кажу, сісьє, сісьє молоко, сісьє. Вот чудак-человек, ну. В любое молоко оттуда. Он спрашивает, какое конкретно? Коровье, козье, кокосовое. А, не, подождите, кокосовое молоко, оно ж вроде не сисье. Виталий, вы меня не разумеете. Я кажу, сисье, сисье, ну сиська. Сири, сири, ку-ку-ку-ку. Ну смак детильства. Что-то вы совсем глубокое детство вспомнили. Интересно, Виталий, а какой вкус детства у вас? Ногти. Ногти. Андрей Владимирович, так. Давайте лучше с вами продолжим. Давайте, продолжим. Итак, какое ваше любимое мясное блюдо? Мясное? Мясное. Це дуже просто, але на вкус супер. Це антикот. Что? Антикот. Антикот. Это собака, что ли? Не-не, Виталий, антикот. Мышка. Антикот. А, господи, я кажется, понял. Это антрикот. Антикот, антикот, Виталий, вы что? Фух, замечательно. Так, что дальше там с антрикотом этим вашим? С антикотом? Антикот один не те. Більш за всього йому пасують єбочки. Кто? Якби ви знали, як я люблю єбочки, розказую. Я був
велику корзину, беру острий ніж і іду у ліс. Ну? Іду, бачу на галявинці маленькі ослята. Я беру ніж і починаю різати ослят. Извините, что он сейчас делает? По-моему, он режет маленьких ослят. Ага. Потім піднімаю голову, дивлюсь, під березою стоїть великий гусь. Я беру ніж і ріжу гуся. А сейчас что он делает? Сейчас режет гуся. Ага. Потім піднімаю голову, тю, і сиськи. Беру і починаю різати сисек. Ну, вы, наверное, уже догадались. По-моему, он и лисичек оприходовал, маньячело. Але коли нема ні узя, ні сисек, я просто збираю апійони. Что-что? Он на французский перешел, я не понимаю. Ну, сейчас. Всі гриби – це таке. Більш за все я люблю бій і їби. Чего? Говорит, бей и насилуй. Это девиз дома Порубьев. Как в «Играх престолов», знаете? Так что, если на ебочки, то до мене. Я это прекрасно понял, Андрей Владимирович. Пробачте, звонить по-моему, телефон. Жена вам звонит. Пане ведучий, у мене дуже брудні руки. Нажміть гучномовець. Да, пожалуйста. Угу. Алло, це хто? Алло, Любий? Привіт. О, Любий, мала... ти коли будеш вдома? Привіт. Я сьогодні трохи затримуюсь, я на передачі готую. О, я зрозуміла. Що тобі приготувати на вечер? Мала, приготуй моє улюблене блюдо. Добре, я приготую тобі салат, частокол. Дякую, все, папа. Я хотіла ще малому трубку дати. Синочок, з батько, йди поговорити, будь-яки. Давай, малого, привіт, малий, що там в школі? Батьку, привіт. Здоров. Привіт, батьку, як діла? Та все добре. Сьогодні ми в школі, малюці, 12 балів по малюванню. Та ти що? Я тобі пишаюсь, малий, молодець. Дуже дякую, принеси мені їбочки, пана. Конечно, конечно. Давай, обошлю, це думаю, пока. Пробачте, давайте продовжимо. Можемо продовжати, да. А що я скажу? Вот этот ваш антрикот с грибочками. Так. А, да, слишком сложное блюдо. Давайте что-то попроще. Попроще? Да. Добре. Саме просте. Да. Я дуже смачно готую уебяку. Что? Это отбивная. Не-не, Виталий, уебяку. Уебяку с капустой. Ну, правильно, отбивная с капустой. Подождите, сейчас разберемся. Андрей Владимирович. Так, все. Скажите, какая первая буква? Эхр. Вы хотя бы намекните, это гласная или согласная? Что тут непонятного? Я кажу, литера эхр. Ну, Оля. Оля. Не Оля, а Оля, Оля. Толя? Не Толя, я кажу Эхер, Оля, Николай. А, Николай. Звісно. А первая буква Н. Так. Это что получается? Ну и бяка с капустой. Типа хрень невкусная какая-то. Так зачем вы ее предлагаете тогда? Подождите, я, кажется, понял. Это кулебяка с капустой. Так, да? А я что кажу? Я кажу, уебяка с капустой. Я понял. Все, прекрасно, разобрались. Вывели меня из себя. То. Кулебяку с капустой. Да. Готую уебяку с капустой. Да. И зараз я буду переть. Ни хрена себе анонс. Что вы будете делать? Я буду переть капустой. А он еще и капустой это будет делать. А, господи, он будет тереть капусту. Да, я буду тереть капусту. Да, замечательно, да. Что дальше? А что дальше? Дальше хочу, есть такая у меня пропозиция. Перед тем, как мы скуштуем все наши вкусные блюда, всем нам по 50. Пане ведущий, вы не бажаете по 50? Да нет, как-то. Добре, Виталий, вы не бажаете по 50? Я перед программой успел. А за компанию земной по 50.
Ну хорошо, за компанию пойдемте. Чу. На весы и ты, я пропоную тут за столом попить. Ну хорошо, давайте за столом. Спасибо, будь ласка. Я боюсь, фляжка маленькая. Все не влезет. Отпейте еще немного. Будь ласка. И, дорогие друзья, наша программа заканчивается, и мне становится страшно. Чему? Дело в том, что в конце программы мы обычно пробуем то, что приготовили наши участники. И если тертую луковицу, дважды перченую, или уебяку с капустой я еще попробовать смогу, то вот этот вот магический ком из пельменей я есть боюсь. Очень даже зря. Аппетитно выглядит, между прочим. Даже слюнки текут. Тем более, что с него текут какие-то слюнки. До новых встреч в эфире. Гарный мяч. Лови. А ну давай, давай. Не так давно мэр Киева Виталий Кличко в одном из своих интервью продемонстрировал свой очередной талант. Давайте посмотрим, как это было. Я не знаю, настроено нет? Да. Ваше благородие. Для кого вы добрая? Вместе с вами. Для кого и на. 9 граммов сердца по 100. Да. Не везет мне в смерти. Чем-то пойдет любви. И нам повезло, что засняли этот шедевр. И вот пришла беда, откуда ждали. В гостях у музыкальной программы этот мэр придуман не нами. Исполнитель своих КГГ-авторских песен, музыкант, работающий в стиле бард-хаус, Виталий Владимирович Кличко, собственной персоной. Здравствуйте, Виталий Владимирович. Здрасте. Я смотрю, вы пришли сегодня к нам со своей шестиструнной спутницей. Не, вы ошиблись. Я пришел один. Просто взял с собой гитару и охранника. Ну, давайте сразу с музыки начнем. Да, давайте. Настроена она? Откуда я знаю, она же ваша. Благородие, госпожа удача. А что вы? Что вы сразу поете? Вы сыграете и спойте. А, да. Давайте. Сейчас. Что такое? Да что-то барре туго идет, не могу понять. Наоборот, Виталий Владимирович. Что наоборот? Тут же струн нет, вы что, издеваетесь? Представляете, сколько шуток потом по этому поводу будет? Я говорю, наоборот. Вот здесь зажимайте, вон там играйте. А, я смотрю, вы тоже немного разбираетесь в музыке. Чуть-чуть. Да. Но все-таки она расстроена, надо струны подтянуть. Отсядьте. Зачем? Знаете, я когда ходил на гитарную секцию, столько ужасов про струны наслушался. Это кошмар. Вот вы знаете, к примеру, что струна осколком эха запросто может пронзить тугую высь. Что там тогда говорить про глаза и горло? Давайте, Виталий Владимирович, не будем никого травмировать физически, продолжим травмировать морально. Да. Спойте, ваше благородие. Я, конечно, польщен, но не надо меня так называть. Просто Виталий Владимирович, и все. Так что вам спеть? Спойте песню, ваше благородие. Послушайте, уважаемые, я же вас только что попросил, милостивый вы государь. Вы право слова вгоняете меня в гуашь. Я спрошу по-другому тогда. А вы нам сегодня что-нибудь споете? Да, конечно. Значит, я сегодня спою песню «Ваше благородие, госпожа удача».
Для кого ты добрая, а кому иначе. 9 граммов в сердце постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Замечательно. Пойте. К сожалению, из-за длинного названия песни я совсем забыл текст. Поэтому я сейчас пойду клип, посмотрю на эту песню, через полтора часа вернусь, и мы продолжим. Подождите, какой клип? Как какой? «Белое солнце пустыни». Это не клип, это кино. Не, вы путаете. Кино – это звезда по имени Солнце. А «Белое солнце пустыни» – это клип. Не может клип идти полтора часа. Это что вы говорите? Это вы еще клип на песню Александра Александра не видели? Там вообще две серии. О, я вспомнил текст. Ромчик, давай. 9 граммов сердце, постой, паровоз, не стучите колеса, повезет в любви. А может, нам повезет, и вы споете что-нибудь другое? Я могу Газманова. Ух ты, неожиданно. Да, а давай. Ну давайте, давайте. Ваше благородие, господа офицеры, ваше сердце под прицелом, вот какая штука. Виталий Владимирович, вы, конечно, меня извините, но, по-моему, вы не знаете, как играется эта песня. Давайте я вам ноты дам. Да. Вы по нотам читать умеете? По нотам, конечно. Я по словам не очень умею читать. А по нотам – да. Прекрасно. Вот, давайте. Что вы молчите-то? А я просто про себя быстрее читаю. Не, хотите, я могу и вслух, да, пожалуйста. Да, давайте, давайте вслух, пожалуйста. Да. Значит, точка, точка с палочкой, черненькая точка. Зачем вы это вслух произносите? Вы это сыграете. А, точно. Точка, точка с палочкой, черненькая точка. Виталий Владимирович, по-моему, вы плохо знаете эту песню. У меня тоже возникло такое ощущение. Но с современными технологиями нет ничего невозможного. Вот вы не знаете, а, к примеру, слова любой песни можно найти в интернете. Ну почему же? Может быть, конечно. Давайте, что там? Значит, вот, к примеру, «Мохнатый шмель». Угу. Держите. Давайте. Итак. «Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля Володя, входящий в WhatsApp. Володя, входящий в WhatsApp. Володя, пропущенный в WhatsApp. Серая в камыши». Удобно, правда? Ну, вам, наверное, да, удобно. Да. Извините, у нас звоночек в студии. Алло. Алло, здравствуйте. А Виталика можно? А то я не могу ему на мобильный дозвониться. Да, брат, я слушаю тебя, брат. Брат, привет, слушай, можно возьму ключи от машины? Ну, конечно, можно. Что за вопросы? Бери. Ага, спасибо. Спасибо, брат. Не за что. А, Володя, подожди, стой. Ты же еще и машину тогда возьми, что ты? А, точно. Спасибо, выручил, брат. Спасибо. Не за что, брат. Извините. Можем продолжить? Да, конечно. Давайте просто побеседуем, Виталий Владимирович. Пожалуйста. Скажите, как давно вы поняли, что вы вообще бард? Еще в 5 лет. Интересно. Родился Володя, мама пришла и сказала: «Виталик, теперь ты старший бард». Да. Кстати, соседям очень нравилось мое пение. Правда? Да. Они даже сравнивали меня с каким-то очень известным немецким композитором. Серьезно? Да, они так и говорили: ваш Виталя играет как изверг. Знаете, вот смотрю я на вас, Виталий Владимирович, и думаю, вот почему вы все-таки, слава богу, выбрали бокс, а не музыку? Значит, смотрите, в детстве подошла ко мне мама и говорит: Виталя, выбирай, куда ты хочешь пойти. Так. На бокс или на сольфеджи? На софлежду. На сошлюж. На шашлю.
В общем, выбор был очевиден, да. Но, тем не менее, вы какое-то время еще все-таки ходили в музыкальную школу. 6 дней. Ох, для вас это долго, да. А то вы все-таки, как бард, можете нам сыграть какую-нибудь хорошую песню? Да. Ну, вы, к примеру, знаете такого исполнителя Высоцкий? Высоцкий. Конечно, знаю Высоцкий. Только для его песен у меня голос слишком низкий. Нет. Да. А голос здесь ни при чем. Я говорю, спойте какую-нибудь его известную песню. Ну, там «Идет охота на волков, идет охота», кричат загонщики и лают псы до рвоты. Алло. Что? От псы до рвоты слышу. А. Вы на секундочку с мэром разговариваете. Извините, вы меня неправильно поняли. Я говорю, давайте что-нибудь простое. Давай. Вот вы знаете, в траве сидел кузнечик? Догадывался. А вы знаете, что бабочка летала и садилась на цветы? Это такая песня тоже, да? Не, я просто думал, мы лето вспоминаем. Ну? Хорошо. Песня так песня. Замечательно. Да, значит, сейчас будет песня. Как называется? Просто песня. Ну, конечно, да. Да, музыка из гитары, слова изо рта. Да. Слушаем. Эту песню я написал, когда Ляшко пришел на митинг с коровами. Как называется? Песня называется «Ловкость». Ловкость? Ловкость. Давайте послушаем. Да. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы под КГГА. 33 коровы, 33 коровы, но вступил я только в 32. Ах, вот почему ловкость. Да. Виталий Владимирович, давайте с присущей вам ловкостью закончим программу, и напоследок вы что-нибудь скажете вашим поклонникам и нашим зрителям. Да. Вы знаете, как говорил Мухаммед Али, порхай, как бабочка, жаль, что я не помню, как он дальше говорил. Как пчела. Что, как пчела? Он говорил, как пчела. Кто? Мухаммед Али, мы же о нем говорим. Вы в своем уме? Как человек может говорить, как пчела? Нет. Мухаммед Али говорил, порхай, как бабочка, жаль, а потом говорил, как пчела. Да вы сейчас это серьезно, а? Что такое? То есть, по-вашему, Мухаммед Али начинал говорить, как человек, а заканчивал, как пчела? Это типа, порхай, как бабочка, жаль. Вот так? Жаль, как пчела. Как пчела. Виталий, извините, вы, по-моему, вы говорите какой-то бред сейчас. Да я говорю бред. Знаете что, между прочим, мое пение лечит память. Да. Я когда начинаю петь, многие люди вспоминают, что у них есть какие-то неотложные дела. Да, кому-то ребенка из садика надо забрать. Кого-то родителей на вокзале надо встретить. Значит, песня, ваше благородие. Стоп! Вы знаете, я вот сейчас совершенно случайно вспомнил, что мне родителей из садика нужно забрать. Вот до видите, новых встреч в эфире. Вам тоже помогло. До свидания. Спасибо. Браво! Спасибо. Спасибо.